Какое здесь задание? Оранжевый. О, Илюха, я тебя убиваю. Блин, вот эта встреча. У меня есть для тебя челлендж. По всему видео разбросаны 5 бананов. Вот первый. Если сможешь найти еще 4 и написать в комментарии, где они, я переведу тебе 1000 рублей. Что вы будете в будущем? Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером. И всем привет, меня зовут Влад А4. Когда мы закончили снимать прошлое видео, мы еще раз 5 играли без камер. Давайте напомню правила. Находимся на космическом корабле, который нужно починить. Но среди нас есть один предатель. Во время раундов мы не можем разговаривать между собой. Предатель пытается незаметно подкрасться к обычным членам экипажа и бить. Его найдет живой член экипажа. И мы идем на общее голосование. Задача предателя — убить всех мирных. Задача экипажа — найти предателя. Все понятно? Погнали. Напомню вам имена участников. Серега! Глен! Егор! Ксюша играет за желтого. Самое интересненькое. Роли мы узнаем вот здесь. Теперь очередь разбирать задания. Готовы начинать? Да! Погнали! Нужно заценить свои задания. Погнали искать. Блин, ребята, я предатель. Сразу же пойдем на улицу. Ага. Стараюсь быстро выполнить все свои задания и найти предателя. Задание 19. Смешать в блендере продукты и залить в банки. Так. Банан. Это лишнее. Вкусное задание. Закрою дверь. Слышать, когда кто-то зайдет. Так-так-так. Я надеюсь, я не уру. Прямо сейчас. Его на планшете. Так, у нас есть колонка. О, так. Опять ситуация. И будем немножко осторожными. Я хотел, чтобы мне попался мирный житель, потому что я хотел поговорить с вами. Качество заданий, костюмов и дома. Вы посмотрите, какие крутые видосы мы снимаем. Просто хочу, чтобы вы поддержали нас своим лайком. Обратите внимание, насколько все заморочено. Все, я побежал. О, я вижу белого. Пойду к нему. О, интересно. Серега. Что-то делает Серега белый заходит. Тут наверху. Белый точно не предатель, потому что он что-то влазит. Номер 6. Собрать нёрш. Задание 5. Так. Задание 18. Задание. Какое здесь задание? Оранжевый. О, Илюха, я тебя убиваю. Блин, вот эта встреча. Короче, я сижу в туалете, выполняю 24-е задание. Открываю дверь, вижу, лежит белый, и рядом стоит Глен. Где провода, где куча? Не знаю, как оправдаться с человеком, который собирал нерф. Вижу оранжевого, он собирает общий сбор. Время голосовать, я думаю. Я думаю, что это зеленый, потому что, ну, выхожу, стоит. Это оранжевый. И там был действительно оранжевый, я видел. Я прямо сейчас проголосую за зеленого. Если это не зеленый, буду голосовать против оранжевого. Тоже проголосую за зеленого. Продолжаем игру! Помните, если меня убьют, убийца 100% оранжевый. Наблюдать за подозреваемым. О, смотрите, какое офигенное задание. А4. Оранжевый пока что боится убивать, поэтому меня не убьет. Я не знаю, как выкрутиться сейчас из этой ситуации. Сейчас будет собирать собрание. Задание выполнено. Не попасться в лапы убийц. Было понятно, что кто-то один из них убийц. Сейчас все подозрения на меня. Вижу Глента рядом с трупом. Он подумал на меня, я на него. Что мы его убили, то есть я ошибся. Кто-то его убил, и в той технической комнате есть выход на улицу. Нам не надо рисковать. Нас всего лишь 8, а сейчас уже 7. Это не я. Ну, слишком странная ситуация. Я предлагаю скипнуть этот раунд. На этаже я выполнял задание, ребята видели. Тупая ситуация. Голосую против Егора. Хотя бы будет 1-1, а все остальные, надеюсь, скипнут. Голосую против оранжевого, потому что, как я и говорил, если это был не зеленый, значит это оранжевый. Непонятное, поэтому я скипаю этот раунд. Идем. Послушал серого, и это оказалось неправдой. Я ему верю, и я отдаю свой голос за оранжевого. Понаблюдать еще, голосую за Егора, чтобы никто не вылетел. Я вообще не представляю, что делать. Просто сейчас прятаться от оранжевого. Уверен. Получить либо оранжевый, либо зеленый был предателем. Если знать время в заданных городах, установить его на табло 22.31. Так, все, отлично. Немножечко проветриться. Так, еще одно. Ага, оранжевый. Убегать от него. Мне нужно запустить конвейер. Смотрите, запускаю конвейер. Готово. Стоп. Раз, два, о, все. Очень напряженная игра, это жесть. Это будет самая офигенная игра. Так, классно. Давайте поднимемся наверх. Мне нужно в этом раунде убить Егора. И если у меня это получится, то у меня есть шансы на победу. Изучить локацию, где произошло убийство. Здесь можно было бы сбежать. Оранжевый в чем-то прав. Так оно и есть. Так, моего задания нет, поэтому я пойду. Так. О, господи, опять оранжевый. Я просто сейчас наговариваю на него. На самом деле оранжевый не убийца.
так и знал, что оранжевый убийца, нужно было просто за нее проголосовать. А вот и мое 20-е задание нашли. Это же кристаллы. Ситуация. Я выполнил 11. Вау, какой красивый построить пирамиду, ракету. Какая классная колонна получилась. Ребята, я нашел труп синий. Смотрю, Ксюша выполняет задание наверху, 20-е. Подхожу к краю, чтобы посмотреть, еще есть задание. И лежит Егор. Сразу нажал кнопку, потом увидел, как сверху спускался синий. Не видел красный, он оставался на первом этаже. Ты выполнял задание, вышел на крышу, да, так и было. А фиолетового, он выполнял задание? Да, спускался, видел на террасе оранжевого и не видел фиолетового. Я выполнял задание в 15-й. На первом этаже, да? На нулевом этаже. Оранжевый за мной наблюдал. Все, было время убить кого-нибудь, да? Мог убить и прибежать быстро наверх. Мы вместе выходили, когда был звонок. Ксюша вроде бы мирный, Сергей. Голосую за Серегу. Оранжевый устранил своего конкурента. Так. Если бы это сделал оранжевый, достаточно странно убивать человека, который против тебя. Все-таки это фиолетовый. Осталось всего четверо. Это 100% оранжевый. Он не мог убить и быстро подняться на второй этаж. 10-е задание. Ага, синий. Оранжевого я не подозреваю, потому что он был сверху. Должен был изначально топить за оранжевого. Серый против него был постоянно, и это слишком подозрительно. Моя тактика, мне кажется, вполне себе верна. Я попробую Влада синенького убедить. Убили желтого. Я 100% уверен, что это оранжевый. Я искал задание на улице. У меня было два подозрения. Это желтый и оранжевый. А где труп вообще был? На втором этаже. А ты где был? Мы постоянно всю игру друг друга видели синим. Дьявол, мы должны объединиться против оранжевого. С первого этажа успел добежать до второго. Вообще не знаю, что у них там происходило на втором. Просто для того, чтобы мы не заподозрили. Подозрительный красный. Я видел реально оранжевого. Я голосую за красного. Я голосую против оранжевого, потому что я знаю, что это он. Ребята, я победил. Это была сложная игра. Убиваю Люху, поворачиваю камеру. Стоит Глент. Говорю, что это Глент. Не я и не Глент, а он там лежал 3 минуты. Влад мало играл в Among Us. Когда я подумал, что оранжевый предатель, я реально в шоке. Классная игра. Есть время еще для одной игры. Новая игра. Я уже никому не доверяю в этой игре. У меня особое отношение к зеленому цвету. Так, 18-е задание. О! Каждый раз я забываю, где находятся все задания в этом доме. Здесь прячусь, что меня, если что, не убили. Так, вижу красного. Синий, желтый, все тут. Сделать запасы продовольствия. Заливаем. Выполнено. Я предатель, и это просто пушка. Там рядом сейчас фиолетовый. Я для них побросаю самолетик. Мое! 24-е задание. 1, 2, 3, 4, значит... Все, сделано. Нужно зашифровать слово лайк. Офигеть, блин. Вроде полный. Нужно задание. Все сделал? Зашифровал. Чем дальше? 12-е нашел! Ввести координаты с помощью резинок. Ой-ой-ой-ой. Сейчас, ребята, будет прикол. Я знаю, что это, Серега. Я, наверное, его смущаю. Тут очень тесно, и прям закоулок такой. Я, пожалуй, пойду. Слишком подозрительно здесь. Вот зеленый, наверное, испугался. Вообще не понимаю, кто предатель. Вроде не Глент, вроде не Серега. О, блядь! Я не успел! Ситуация! Ого! Кажется, кого-то убили. Вижу, лежит оранжевый, убегает фиолетовый. Попытался нажать кнопку, но я успел нажать быстрее. Прохожу мимо зеленого, иду дальше, выхожу на улицу, только оборачиваюсь назад. При мне совершается убийство, походу не заметил. Он уже первее меня нажал. Как же Серега врет вообще. Он врет. Во-первых, с Ладом я пересекался в коридоре. Я с Серегой встретился в бане. Он меня, конечно, не убил. Я уверен, что это Серега. Давайте мы сделаем точно так же. Сначала убьем серого, потом фиолетового. Серега замешкался. Что ему делать? Мы сливаем серого, а потом сливаем Серегу. Сначала Серегу, а потом серого. Я уверен, что это Серега. Серый очень красиво все складывает. Я знаю, что это он. Я не верю серому. Для меня подозрителен и серый, и фиолетовый. Мой голос идет за фиолетового. Фиолетовый был более неубедительный, поэтому я голосую за него. Я проголосую за Егора, потому что мне показалось все-таки тоже достаточно подозрительно. К сожалению, я член экипажа. И что поэтому... ты побежал тогда? Почему тогда зеленый так сильно играл против фиолетового? Серый тоже был против фиолетового. И тут очень сложно понять. Максимально в шоке. Я доверяю только желтому. Я буду задание выполнять. Нужно, чтобы все полосы были прямые. Я его выполню. Я переживаю, что меня могут грохнуть. Сканируем себя, ребята, вот такой штукой. Оп, 56. Секретная информация. Желтый стоит на задании номер 3, но задание номер 3 у меня. Слежу за желтой. Ходила и была не на своем задании. Такое попадало. Снять с себя все подозрения. Получается, не очень аккуратно, конечно. В дверь за мной и не убил меня. Вполне вероятно, что это не он. Подозрительный серый.
Готово, я выполнил одно из своих заданий. Я не могу найти свое задание. Меня уже пугают абсолютно все. Серый спускается со второго этажа. Если там сейчас труп, то это серый. Давайте сразу взвесимся. И меня кто-то убил. Он меня убил, но он же и прозванивает. Увидел синего, запаниковал, начал от него бежать и увидел белого. Было очень далеко. Красного я видел, он выполнял задание. Я и зеленый вместе выполняли задание. Синий точно не предатель. Со второго этажа спускается серый, где, собственно, лежал труп. Время голосовать. Он как-то бегал, как будто бы заметал следы. И остальных ребят я, в принципе, очень часто встречал. Точно не зеленый мог меня убить, но не сделал этого. 50 на 50 между серым и желтым. Я со всеми членами экипажа встречался, проходил мимо. Мне кажется, что все-таки это серый. Он не убивал меня для того, чтобы потом использовать это так, как будто у него есть алиби. И я проиграл. Я просто выношу оранжевого. Следующий кадр, как на меня смотрит Серега. Я вижу лицо Сереги. Вот такое вот. Видос вызывает просто невероятные эмоции. Поддержите нас лайком.